Друзья, всем привет! Это клевый онлайн-курс по мануальной терапии. Он единственный и самый лучший, на мой взгляд, в мире, который может быть, но на русском языке. Поэтому переходите по ссылке в описании, там будет ссылка на курс, а дальше будет видео, которое представлено из этого курса. Приятного просмотра! Покажу основные варианты мобилизации грудного отдела в положении лежа на животе. Самая большая и такая масштабная техника – это техника скручивания. Как она выполняется? Я располагаю левую руку чуть дальше от себя, с левой стороны от остистых отростков. Правая рука справа от остистых отростков. И руки идут скрестно. Вот таким образом. И в момент поворота я переношу вес своего тела как в позицию галстука, то есть в позиции непосредственно над пациентом. И в этот момент осуществляется мобилизация. Вы можете работать в одном направлении, а можете менять его на обратное. Зависеть это будет, естественно, от того, какое движение болезненно, а какое нет. Или в другую сторону. Я не работаю силой рук, это важный момент. Я создаю давление телом за счет переноса веса тела. И я осуществляю мобилизацию. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, лайки вниз под видео. И обязательно переходите по ссылке, приобретайте новый онлайн-курс. Не забудьте поставить колокольчик, подписаться на наш канал. Я выкладываю очень много разных видео в бесплатный доступ, для того, чтобы вы могли лучше и качественно лечить своих пациентов. Да?